За 5 месяцев 2017 года наш аэропорт уже принял 227 тысяч пассажиров, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост пассажиропотока наблюдается и в целом по краю. По сообщению Базлайера, аэропорты Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика с января по май обслужили на 18% больше пассажиров, чем в прошлом году. Всего услугами кубанских аэропортов воспользовались более 3 миллионов человек. Причем более высокие темпы роста пассажиропотока отмечаются на международных направлениях.